Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук Э воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Звук Х в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы Х, вы не встретите. Все виды деятельности, связанные с усидчивостью и скрупулезностью, не для этих людей. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Вибрации этого имени наиболее демотичные, беспокойные, изменчивые и нетерпеливые из всех вибраций нумерологической шкалы. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Одежду владельцев этого имени по их предназначению в основном светлая. Если обладатель имени носит темную одежду, то ему стоит задуматься, потому что светлая одежда повышает его нравственный и приятный тон. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.